Вот здесь лучше правее идти, вот здесь тверже. Ого! Оба-на! Сейчас без сапогов бы не остаться. Да, здесь можно вообще хорошо сесть, прилипнуть. Ну что, в общем-то, трезво оценив свои возможности, плюс учитывая наличие с нами детей, решили мы не испытывать судьбу. Также учли, что все-таки с нами был питбайк, и питбайк перетаскивать через такую трясину было бы, ну, совсем тяжело, даже бы если бы мы на квадроциклах это дело перескочили. И решили мы тогда вернуться. Вся, в общем-то, поездка, она как раз проходила вдоль Исьмы, и это приток Протвы. И там ребята знали, что был брод, они когда-то в предыдущие года там ездили и решили мне его показать. Это как раз мы возвращаемся немножечко назад, той же самой дорогой. Погода, на удивление, буквально за какие-то считанные минуты стала просто прекрасная. Солнышко. В общем, в удовольствие прокатиться. Это как раз мы подъехали к броду, решили сначала его промерить. Питбайк мы будем перевозить руками, чтобы не черпануть воды. Чуть-чуть наклоню ее вот так вот. О. Нет, это этот, китайская SG-кам. GoPro, она стоит как мотоцикл. Нет. Ну, хорошо, как подержанный мотоцикл. Так, давай, Сережка. С той стороны? Давай, давай. Может, пакет надо было на фильтр одеть? Стой. Не, еще далеко. Вот один будет. Перевели! Почти, да. Браво! Во, вот так, отлично, давай.
И у зелени налево на Сергея выходи. Садись ко мне! Нет, мы ее туда перенесем сейчас. Ну, вот после того, как мы преодолели этот брод, получилось так, что мы выехали как бы на задворке Аграфенина. Раньше здесь не было никаких построек, никаких садовых товариществ, а сейчас, вот, видимо, ну, относительно недавно, судя потому что домов еще мало, развернули какой-то поселочек, и чуть тут, ну, дальше мы наткнемся на шлагбаум. Вот. А раньше здесь тоже были поля, красивые места, в общем-то, народ с удовольствием здесь катался на нивах, на квадроциклах. И вот мы подъехали, упираемся в шлагбаум, к нашему удивлению. Вот. Дядечка, надо сказать, был абсолютно адекватный и, ну, без всяких вопросов там, пропустил, пояснил, что, в общем-то, до реки поселок не доходит, я так понимаю, положено 30 метров от воды. То есть можно было, конечно, если бы он, ну, не дал бы нам проехать, да, либо обратно вернуться по броду, ну, либо поискать вот объезд между забором и речкой, да, по этой же стороне. Вот, ну, как вы видите, да, он абсолютно нормально открыл. Поехали дальше.